Телеканал КРТ представляє. Небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ – то блогер України, і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні я вітаю у нас в студії Валентин Гайдай. Вітаю вас. Да, слухай, так сталося, що півроку назад ти був у нас на ефірі, і сказав, в принципі, ти сказав те ж саме, що кажуть дуже багато-багато людей. Кожного дня. Да, кожного дня, але, мабуть, ти сказав без якоїсь поваги, і від того Нацрада звернула на нас увагу і, ну, попередила, що треба якось по-інакшому підходити з цим питанням. Від того, ну, в принципі, ми з тобою зрозуміли все, зробили висновки. Тарік, каюсь. Вот. І давай ось будемо справляти ситуацію, правильно? І от хотілося б одразу почати. От, ти чув, у нас в минулому році були вибухи. Були вибухи на складах, і, тобто збитки 12 мільярдів гривень. І ми думали спочатку, що це зробили дронами, там, ну, вороги. Ну, зараз комісія сказала, що це було щось закладене. Як ти вважаєш, чому це було зроблено? Смотри, кроме, ну, во-первых, конечно, каюсь, конечно, как же я мог так без должного уважения к нашим властям и прошлым, и нынешним, да? Вот, поэтому это давай... Это как фильм, я попрошу, «Крестный отец», да? Тони, ты меня просишь, але без поваги. Вот, да, да. Ну... Вот, поэтому сейчас будем с уважением, конечно, что ж мы так это самое с тобой гоним-то на украинские власти, ведь действительно ничего такого сверхъестественного не случается ни в экономике, ни в финансовой политике. Стоит вот. Краще и краще. Вот. С каждым днем, тем более даже веселее. Раньше мы жили хорошо, а зараз чудово живем. Но хочется, правда, иногда, чтобы снова было хорошо. Но это не будем. Смотри, значит, касаемо взрывов складов. Ну, во-первых, то, что там не было дрона, это не значит, что не могло быть воздушного шара. Вот, ты же возьми во внимание этот аспект. Вот. А если все-таки были взрывы, к которым рука Кремля не имеет отношения, то, возможно, просто так власть борется с войной. Да, да, то есть, да, чтобы не было войны. Если нет зброи, то и нет войны. То есть, знаешь, такие чистые пацифисты, которые вот выступают за мир, но пока что не могут его реализовать по тем или иным соображениям. Снять блокаду они почему-то не могут с Донбасса. Да? Какой-то дать альтернативу Минску они тоже не могут. Значит, они будут взрывать склады. И таким образом уничтожать боеприпасы. Логично же, логично. Да, это пацифизм, пацифизм. Это пацифизм. Плюс, от, можно себе уявити, дуже тривалий час не закривалася Липецька фабрика. Для чого це робилось? Для того, щоб у агресорів повипадали пломби від цукерок, які були. Тобто все в принципі, логічно, це є логіка. Ми не можемо сказати, більше, що у нас... Хитра схема, Тарік, там же, а пломби там у них в основному, там, или корейські, наприклад, а нам Южна Корея сочувствує, да? То есть они ставят им пломбы некачественные, а от ирисок фабрики Рошен в Липецке они выпадают. От ирисок, да. Фабрики Рошен. Вот. Это все очень большая схема, и тут даже над ней трудились там не один год, и не нашего ума это вообще дело. А мы там такие плохие говорим, что у Порошенко там фабрика работает. Так это же часть плана по дестабилизации ситуации в стране, в России имеется в виду. Вот даже сейчас можно уявить, там же не работают, ну, карантин, там не работают зубные лекари. И от россиян, у которых повыпадали пломбы, они сидят зараз закрыты. А фабрика-то работает. А фабрика працює. И конфеты продаются. Так, так, так. И оце, ну, короче, психотронная зброя выходит. И чему мы впевнені, что саме так? Потому что мы сами разумные. Мы сами хитрые. И вот как есть доказ того, что мы, в принципе, рациональные люди. Вот в Харькове, например, жіночка нещодавно, она сделала себе зачіску, пришла, сделала зачіску, а потом на перукаря викликала полицию. Это же сознательная, сознательная гражданка, конечно. И обязательно. Логично, бо, если она спочатку викликала, то тогда бы она не мала б зачіску. Вот меня вез таксист на эфир. Ну, правда, он был, увы, в маске, а если бы он был без маски, он бы меня довез, и я бы тоже обязательно бы на него написал бы докладную, в, там, например, в полицию.
Да, до речі, трохи ми сьогодні запізнилися, тому що сталося так, що київляни повискакували на вулицю, а навіть бізнесмени, представники малого бізнесу зараз пікетують біля Верховної Ради. Ну, це... Ти сказав дуже правильно, не київляни, а київляни. Да? Да, да. Ну це, в принципі, вони не розуміють, що все, що робиться, робиться, як кажуть, к лучшому. От. Це якісь мацала Москви, щупальці. Так иначе же быть не может, потому что правительство четко знает, какие надо вводить ограничения, на какой срок. Ну, посидят там какие-то фермеры или там малый бизнес, там, ну и что? Ну, закроется у нас там несколько сотен тысяч ФОПов или малых предприятий, ну ничего страшного. Ну, в принципе, главное, мы можем себе это дозволить. Ну, я так мы же страна богатая. Я так понимаю. Тем более, смотри, у нас за последнее время очень большой рывок сделан во всех направлениях. У нас единственная страна, где самые большие памятники Степану Бандере стоят. Таких памятников нет ни в России, ни в Китае, ни в Соединенных Штатах. Ну, не сдать. Вот. Да. Конечно, ну откуда? Вот у нас уже почти не осталось всех памятников Ленина. Да? Вот это, конечно, большой прогресс. Я думаю, что от этого прямо зависит экономика страны, финансовая система. Самий великий ривок, який був зроблений зараз, це ривок зробили за 3 місяці 2020 року 108 тисяч громадян України, які отримали російське громадянство. От для так чого? Це ж наші скриті агенти. Ось, да, от як Жириновський колись сказав, ми в Америці виберемо вам президента, отак ми зараз закидаємо нашими хлопцями, вони проголосують. І дівчатами. І дівчатами, так. А це ж буде наша п'ята колона формуватися. Тобто ми відправляємо, це теж програма нашого правительства. А от ми ж не розуміємо, да? От ми там блогери, там політологи, ми ж цього не розуміємо. Це часть плана по розшатуванню Росії. От у них же був план Шатун, це такий контр-Шатун, розумієш, Тарік? От ми зараз пошлемо наших... Как? План Шатунко. Шатунко, да. Вот, совершенно верно. Вот ты даже же уже в курсе. Я... Схватываешь на лету просто. Вот, это такой хитрый план. Наших, по максимуму, наших граждан туда заслать, в Россию. Вот, чтобы они получили паспорта, и чтобы они потом расшатали ситуацию, как я сейчас шатаю эту кафедру, да, вот, и просто смели этот путинский режим, наконец. А ты что думал? Я вот сам так я и... А вот смотри, например, вот известный политик и юрист Андрей Портнов, он установил, что различные там дипломаты, политики, там, в частности, вот новоиспеченный Вакарчук, да, Славко, они, оказывается, очень довольно тесно сотрудничали с Россией, да, с отдельными там или там даже властями, я сейчас расскажу, если позволишь, коротко, или с различными фирмами. Вот, например, Вакарчук, наш золотой голос во всех отношениях, да, вот, и бывший лидер партии «Голос» и вообще «Голос», он, оказывается, скрыл... Ну, то, что он скрыл, это такое дело. Ну, все же скрывают там миллионы. Приховав там... для Украины на черный день. Вот, правильно. Приховав для Украины на черный день полмиллиона долларов гонорара. Вот, причем полученных через поставную швейцарскую фирму, а на самом деле это, по сути, деньги российские, потому что этой фирмой владеет гражданка России Юлия Октанко. Вот. То есть он же выкачивает ресурсы. Выснаживает. Да, он выкачивает ресурсы из России через поставные швейцарские фирмы, получает за это гонорары. Вот. И, как ты сказал правильно, откладывает их на черный день. Ну, для Украины, естественно. Дальше. Посол Украины в Канаде, Андрей Шевченко, да? Бывший, кстати, ведущий 5-го канала порошенковского, самого такого це украинского. Да, це співпадіння. Он, оказывается, продал свое имущество, свою недвижимость в Крыму, аннексированном по российскому законодательству за российские рубли через российские банки. То есть, по сути, признав Крым российским. Это тоже установил Андрей Портнов. Можно почитать его паблики. Он постоянно вот, воюет с такими вот щирыми патриотами Украины. Зачем он это сделал? Чтобы никто не ездил отдыхать в Крым. Чтобы ни одна украинская копейка не шла оккупантам. А его обвиняют в спепрате с оккупантами. Видите ли, он за рубли продал свою землицу в Крыму по законодательству России. Вот. Да он же сделал специально, чтобы не платить больше ни одной копейки в Крым ни ногой. Да, і ми, в принципі, розуміємо, що оці дії патріотів, вони якраз і привели до того, що 9 травня парада в Москві не буде.
Це вот, правда буде в Білорусі, но то таке. Ну то не допрацювали. В принципі, ну треба розуміти, не дивлячись на те, наскільки талановиті, розумні, їх не вистачає на всі країни. От, в принципі, ми поки що нормально так попрацювали з Росією, з Сполученими Штатами Америки, як з'ясовується теж. На чорний день відкладали трошечки грошей. Україна, понимаєш, Тарик, Україна становится центром прийняття рішень, просто центром каких-то махинаций глобального масштаба. Понимаешь, тут вот все просто. Видишь, тут к нам ездят даже вице-президенты штатов, консультируются, например. Вот. К нам едут иностранцы, нам служить иностранцы едут, грузины, американцы. Це не тільки вони не те, що їдуть, вони мріють. Вони сюди їх не розуміють, що це що там якась та Кремнієва долина. Я слышав. Можна дійсно такий стартап зробити, що потім зупинитися. Я слышав, що в Сингапурі просто очереди вистраюються, щоб отримати українське громадянство і працювати в Україні. Просто із-за карантину поки це невозможно, а взагалі там около мільярда жителів Сингапура вже готові їхати в Україну. Вже пішки йдуть, просто вони поки дійдуть там дуже... Ну поки закриті границі, розумієш? Вот. То есть вот главная вот идея нашей программы сегодняшней, да, что зря-то мы власть критиковали на самом деле. Да, вот. Мы разумеем. Там столько инициатив классных. Краще и краще стоит. С каждым. Ну вот в частности после Майдана так точно. Вот с каждым буквально днем мы улучшаем свои показатели в экономике. Я же вот почему вспомнил там про декоммунизацию. Мы за последние 6 лет колоссально избавились от всего советского, не только от памятников. Это мы начинали памятниками. Мы уже наконец остановили почти авиапроизводство и космическое. Это тяжелое наследие советской системы, потому что советской літак, эпохи. Літак він нас роз'єднує з нашою рідною землею, правильно? Ти хочеться ногами і постійно торкатися. Підійшов, як Ляшко, там взяв собі і погриз трошечки. А в літаку що ти зробиш? В принципі, ну, можна посмотреть, але це не зовсім то. От, звісно, якщо погризь, як Ляшко, ти сказав правильно, то це, звісно, відчувається любов к родині, да, преданість, патріотизм. Тому ми послідовно із року в рік, вже почти там, 7 років, збавляємося від всього совєтського. От космической отрасли, от металлургии. Мы же были где-то в лидерах по производству металлургии, по-моему, в десятке. Слава богу, уже мы опускаемся. Это тоже заслуги властей. А мы же этого не понимаем, понимаешь? Мы что думаем, что это все хуже делается, чтобы сокращались рабочие места. Вот это же в рамках декоммунизации делается. Мы не могли этого понять, понимаешь? Мы не могли. В принципе, мы постоянно и звикаем до того, чтобы от всего декоммунизованного відректися. Бо зараз, наприклад, ми на метро не пересуваємося і, відверто кажучи, якось себе так чудово під землю ту не спускаєшся, сонечко зараз гріє. От то хоча, саме, можу прогулятися хоча, нормально. Хоча, в принципі, мер Віталій Кличко завіщав готуватися к землі, але, видиш, поки не виходить. Но метро ж це теж совєтське наслєдіє, тому, звісно, те, що ми поки їм не користуємося, то, що це, знаєш, там якісь труднощі, там якісь давки постійно відбуваються в транспорті утром. Да? То, что людям надо добираться из одной точки Киева в другую 3 часа, это же ничего страшного. Главное, это не пользоваться метро советским инструментом. Ну, в принципе, и не треба там, можемо трошки подовше до роботи доїхати, більш можливості послухати якесь радіо, де нормальні українські пісні, да, а не сидіти там на роботі і щось виробляти. Це абсолютно нормально. І от остання новина, яка, в принципі, підняла так мені настрій, це те, що пан президент все ж взяв і підписав закон стосовно відкриття ринку землі. Тобто це вже затверджено. І з 21-го року ми, в принципі, зможемо спокійно займатися тим, щоб... Це, о чому я говорив, извини, переб'ю, це, о чому я говорив, що ми наймемо іностранців, вони тут будуть працювати. Они будут покупать нашу землю, деньги вкладывать. Будут потрачены. Конечно, они будут работать, а мы просто им будем указывать, что вот именно они должны купить, что они должны обработать, посеять там и тому подобное. То есть это же элементарно. Все критиковали этот закон про рынок земли, и никто почти не понимал, какие выгоды. Это же просто будет приток иностранцев на заработки в Украину, понимаешь? Да, бо ми не будемо більше збиратися якісь позорні ці чартерні рейси для того, щоб виїхати в Польщу, там щось робити. Вже ми будемо
людей запрошувати? Звісно. І ніхто, почти, заметь, ніхто цього не зрозумів, тільки була критика. Только критика власти. Поэтому, конечно, я понимаю, почему так Насрада вызверилась на, вот, на отдельные высказывания там, моих коллег, и, там, и не только там, на КРТ, на другие каналы. Почему? Потому что мы довольно, знаешь, мыслим примитивно. Мы только видим плохое в действиях властей. Так, так. Вот. А надо смотреть более позитивно, зреть в корень. Ну, там просто люди, они больше фахові, треба це розуміти, и они имеют величезный досвід навчання дистанційного в онлайн-школе. Конечно. И від того у них они знают много про Ливанскую войну. Они знают, что Австралия омывается Атлантическим океаном. Я, например, этого не знал. Вот. Они знают, как правильно вычитать и умножать, малышей не обижать. Да? Вот я этого тоже не знал, понимаешь? Вот они молодцы. Вот я вообще, знаешь, у меня глаза просто открылись, на какие у нас светочи в экономике, в образовании, в науке, в политике международной, в экономике, в финансах. Это же просто светочі, а ми цього не замічали. Да, є правда, деякі, давай відверто кажучи, деякі сумні такі події, які відбувалися, тому що ну, не все може бути чудово. От мовний омбудсмен, вона на минулому тижні сказала, що вона залишає свою посаду, тому що їй не платили гроші. І я, чесно кажучи, не розумію, як на... Ну, це не допрацювали наші хлопці, тому що така людина, вона має отримувати гроші, кошти, їздити і вирішувати наші мовні питання, тому що недостатньо багато свідомих громадян, які... От я не свідомий поки що, бачиш? Ну... Хоча время от времени у мене так от проскакує свідомість. Ну, це от, що нам, в принципі, робити? Ну, нам треба чекати, щоб з'явилася знов якась людина, яка візьме нас... на себе цей тягар. І... Естественно, мовний омбудсмен – це найважливіше зараз для України. Тобто, не економіка, не пенсії. Чого ноють ці пенсіонери, що їм по 1000 гривень не заплатили? Головне – це, щоб були от мовні ці от інспектори, які ходили б, от, заглядували там, в кожен рот голодний. Ну, це не важливо. І смотрели, на якому він там язикі голодний. Угу. От. Если він голодный, то помнишь вот эту вот картинку там, да, там типа на хлеб, на хлеб, да. Это самое главное, я считаю. Пенсии подождут. Главное это развитие украинского. Кстати, я пока к тебе ехал, вот через эти дебри там пробок, да, вот я почитал, что оказывается у нас будут новые слова появляться. Вместо Wi-Fi бездрит будет. Бездрит. Да, бездрит, например. Я вважаю, что это перемога. Ты де? На бездроте. Вот. Поэтому на самом деле это все классно. Вот я не знаю, почему. Я скажу правду, не бездрит. Да. Почему? Вот почему сейчас эти предприниматели блокируют там правительственный квартал? Ну, это как. Я, ну, честно, вот ты сказал правильно, щупальцы Кремля какие-то просто. А, Мацело. 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 Я вибачаюся. Мацело, це, да, да. І... Щоб не було претензій до мовного омбудсмена, мацело. Да, мацело. Да, ну, в принципі, ми можемо... Я так підшукував одразу людину, коли дізнався, що пані омбудсмен звільнилася. У нас є людина, яка нормальна, да, мовний омбудсмен, людина, яка... поклала життя, можна сказати, на те, щоб створити нову правильну історію, от, то може пана В'ятровича якось запросити, я не знаю, ну, на нього стільки, правда, величезне навантаження, може він... Так лучше порубія, от язик і порубія, це ж якби одно ціле. До речі, ж була пропозиція пані Геращенко, вона казала, ну є такий фахівець, як порубій, який міг би викладати якісь... В'ятровича лучше на історію бросить, порубія на український язык, например. Ее, она же там не знает, там, где Гаага, да, что столица Нидерландов, Гаага или Амстердам, да, вот ее можно на географию бросить, например. Вот какая, собственно, разница, где какая столица. Вот поэтому я, в принципе, только за, чтобы такие гениальные люди возглавляли там отдельно взятые направления, или там филологию, или историю, или вообще образование. Було б супер. Так, так. Пан Кличко можна, в принципі, філософію міг би викладати. Можна. Філософію і математику. Тому що я кожен ефір, коли маю нагоду, хочу подякувати за Шулявський міст, який лише мільярд гривень коштував. Ну, трошечки більше, ніж мільярд. Зато який він став красивий. Так, він дуже відрізняється від попереднього мосту. Там просто там я отак дивлюсь. Там такі причудливі форми.
архитектурные. Он, видишь, там кривой бывает иногда, там заходит за завод це, большевик. Ну, це по китайській технології. Китайці, вони кажуть, прямих ліній не має існувати, от, а має все бути трошки ось таке. Так що, да, да, ми... Плюс Кличко, он еще эзотерик, он умеет общаться с мертвыми. Он сам говорил, что да, он общался вчера, ну, это было в записи, да, я делаю отсылки к прошлому. Он сказал, что я вчера общался с погибшими майдановцами. Вот. Потом он может радиацию рассмотреть. Он же недавно ездил в зону ЧАЭС, да, вот, и сказал, что я радиацию не увидел. То есть я-то не могу даже номер машины увидеть с 50 метров, а он видит радиацию. То есть у него талант феноменальный. Поэтому, конечно, я думаю, что его не только по философии и по эзотерике можно, и по каким-то там другим дисциплинам тоже брать как преподавателя. Да, ну в випадку, якщо його вже не вистачить, він занадто багато буде приділяти часу вихованню наших людей, дітей, то тоді, в принципі, на допомогу може прийти пан Тищенко. Вот, теж естественно, отметим вместе там разные праздники. Вот как праздник там аварии на ЧАЭС, праздник Голодомора, например. Да. В его ресторане, кстати. Да, так, да, да, да. И хотелось бы зауважити, что там настільки цікавий підхід до роботи, до всього, що саме той ресторан зміг зробити так, що він не пропускає через вхідні двері коронавірус. Естественно. Решти на це були нездатні. Так що, да, я, ну, бачиш, коли ми знаходимо якісь позитиви, час летить просто дуже швидко. Я тобі вдячний за те, що завдяки Нацраді ми змогли знайти цю правильну стежку, по якій треба... Що ми без неї робили? Так, да, і ми змогли побачити позитив. А от позитив – це просто шикарна річ. Я тобі дуже дякую за цю розмову. І тобі теж. Да. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. Давайте подивимося, що вони нам розкажуть. Але треба звернути увагу, що ми з ними ще не поговорили, щоб вони знаходили тільки позитивні речі, які відбуваються в нашій країні. Давайте дивимося. Топ-блогери України. Тут немає табу. Помните, у представителей прошлой власти всегда находился, очень быстро при том находился ответ на любое чрезвычайное происшествие. Будто взрывы на складах боеприпасов или же какие-то разборки. Конечно, это все была рука Кремля, никак иначе российские беспилотники, российские диверсанты, да все, зачем вообще расследовать что-то, если можно сразу сказать, что... Здесь рука Кремля затаилась. Но становится намного интереснее, когда расследование все-таки проводится, и оказывается, что то, что нам очень долго втирали представители прошлой власти, оказывается откровенной ложью и манипуляцией. При этом, к сожалению, пока ни Луценко, ни Матиас, ни представители Службы безопасности Украины за свою ложь ответственности не несут. Их откровенную ложь сейчас рассмотрим на конкретном примере. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. На сайте Верховной Рады Украины появился текст отчета о Временной следственной комиссии по взрывам на военных складах боеприпасов в период 2014 по 2018 год. Эту ВСК сроком на полгода депутаты создали в октябре 2019 года. Комиссия должна была установить причины пожара, либо же взрывов, на складах боеприпасов в Ичне, это Черниговская область, Калиновке, это Винницкая область, Балаклее, Харьковская область, Сватово, Луганская область, Кривом Роге, Днепропетровская область. Ведь в период с 2014 по 2018 год там постоянно происходили то пожары, то взрывы. Главой ВСК стал лидер фракции «Слуга народа» Давид Рахамия, а заместителем Сергей Рахманин, лидер фракции «Голос». Эта ВСК, нельзя сказать, что работала прям очень активно. За полгода комиссия заседала только 3 раза. Но первые результаты работы этой ВСК оказались очень интересными, и касались они взрывов
в Балаклее. В частности, материалы комиссии опровергают версию, которую официально подавали представители СБУ и Генпрокуратуры о подрыве арсенала в Балаклее при помощи прилетевшего с территории Российской Федерации беспилотника. Об этом активно рассказывал бывший генпрокурор Юрий Луценко. Вибухи, які відбулися в Сватово-Балаклеї, це чітка диверсія стороны нашего супротивника у неоголошенной Российской Федерации войны на сходе Украины. А также бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Выделяешься однозначно. Ты там, СБУшники тоже. Серьезно так рассказывали об этом. Привожу текст документа. В нем говорится, на заседании комиссии 17 января 2020 года был выслушан директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бакариуса профессор Клюев А.М., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65-го арсенала ГРАУ ВСУ в городе Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия. Эксперт сообщил, что факт подрыва был очевиден еще с первых дней расследования и продемонстрировал ряд фотодоказательств. В частности, на территории арсенала, где произошли первые взрывы, после ликвидации пожара было выявлено до десятка воронок, что могло свидетельствовать о том, что в этих местах, где образовались воронки, были зарыты взрывчатые вещества. Однако проведение экспертизы забрали у харьковских специалистов и передали в Киев. Тогда же СБУ стало разрабатывать версию о российском беспилотнике, отбросив вообще напрочь другие версии. При этом ВСК установила, что материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов, так как в момент взрыва абсолютно никаких беспилотников над территорией арсенала зафиксировано не было. В выводах комиссии говорится следующее. В настоящее время у комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 миллиардов гривен, нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленно спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65-го арсенала ГРАУ ВСУ. То есть комиссия предполагает, что, возможно, это была долго спланированная диверсия, о которой в том числе знали и те, кто работал на этом военном складе. В связи с этим предлагают продлить работу ВСК еще на полгода, до осени 2020-го. Я напомню, что сам пожар на складе боеприпасов в Балаклее произошел 23 марта 2017 года. Этот пожар уничтожил 70% боеприпасов, которые находились на складе. В результате взрывов, которые последовали дальше, в ремонтных работах нуждаются 54 объекта, жилых, многоэтажки и частные дома. Также хотелось бы вспомнить, а какие тогда были основные версии, что же говорили представители, теперь уже, слава богу, прошлой власти. Тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиас почти сразу сказал, что диверсия, однозначно. Робоча версия залишається диверсія, тому що за допомогою безпілотника були скинуті запалювальні. Запалювальний вантаж. По словам, в пользу того, что это была диверсия, говорил тот факт, что очевидцы перед тем, как начались взрывы, слышали гул, который издают беспилотники. После этого в двух местах произошли взрывы. За допитами тих осіб добового наряду, яких вдалося на цей час процесуально допитати, перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. По словам Матіаса, і ранні українські правоохоронители фіксували інтерес диверсантів к воєнним складам,
Только почему-то ни один диверсант это до сих пор не арестован. Также, по его словам, были попытки сбрасывать на склады взрывчатку с дронов. И снова возникает вопрос, а почему никто не задержан? Где эти диверсанты? Где эти беспилотники? Мы спостерігали весь 15-й рік і 16-й на трьох чи чотирьох арсеналах один і той же типовий механізм запускання літальних апаратів і скидування запалювальних пристроїв або виробів. Кроме фантастической истории с беспилотниками, были еще две более правдоподобные версии. Первая – это воровство, точнее, попытка скрыть воровство. А вторая – это халатность, потому что очень многие эксперты утверждали о том, что уровень безопасности на этих складах не то чтобы сказать, что был низкий. Да, был низкий. То блогеры Украины. Тут немає табу. Валентин, ну просто супер випуск сьогодні. Я виходжу з шаленим оптимізмом. От, аналогічно. І я думаю, що більше претензій у нас ради не буде. Так, так. Ми виправились. Будь ласка, робіть висновки всі, хто нас дивився. І покайтесь. Покайтесь, так. Да. На сьогодні це все. З вами була програма ТБУ, то блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.